Здорово, народ! С вами Джон, он же Грамота312. В этом небольшом слегка юмористическом ролике мы поговорим о действительно важных проблемах, связанных с нашим уже русским комьюнити Destiny. Ну, до этого мы разбирали, что там волнует на Западе наших коллег. Как выяснилось, у них проблем, кроме божественности, в игре нету. Но у нас есть своя проблема, а именно... Какого рода кладезь? Давайте же навсегда поставим точку в этом извечном вопросе. Итак, барабанная дробь. Кладезь, существительное, неодушевленное, мужской род. Второе склонение. Есть также синонимы. Колодец и сокровищница. Но так или иначе, обозначается как он. То есть кладезь — это он. Если вы не верите мне и Википедии, можете любой источник загуглить, и он вам скажет то же самое. Поэтому если кто-то вам будет говорить, что кладезь — это она, человек заблуждается. Это он. То есть я поставлю кладезь. Он мне нужен. Сколько их у нас? Ладно. В общем, такой вот небольшой ролик. Немножко... отвлечься от очень такой вот серьезной темы, но просто очень многие называют кладезь ею, и я подумал, будет забавно эту тему тоже поднять. В общем, спасибо всем за просмотр, увидимся в следующих роликах.